Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. В Беларуси начинается настоящая жара. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Погода, которая установится в ближайшие дни, не свойственна для первого месяца лета. В центральных и западных районах страны столбик термометра поднимется до плюс 33. Лишь по востоку будет на пару градусов прохладнее. Теплыми окажутся и предстоящие выходные. В воскресенье возможен кратковременный дождь. Между тем, медики напоминают, что для территории Беларуси температура, превышающая 30 градусов, не считается комфортной для здоровья человека. Они рекомендуют больше времени проводить в прохладных помещениях, пить много жидкости и не забывать о головных уборах. А тем временем в Минске планируется разработать новую концепцию развития сети дождевой канализации. Основная часть проекта уже завершена, что уменьшило масштабы подтоплений в центральной части города. Однако следующий этап может обойтись в 4 триллиона рублей. Сейчас специалисты ищут более оптимальные варианты. Пригодится и опыт других стран, ведь существуют различные способы экономии. Например, на мощности оборудования. Так, за счет сэкономленной энергии можно обеспечить электричеством 2 жилых района. В Минской области появится первая ферма на солнечных батареях. Строящийся объект является уникальным. Дело в том, что для фермы, которая размещается практически в чистом поле, очень затратным является процесс проведения всех коммуникаций. А солнечные батареи решат многие проблемы. Сейчас строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 70%. Ведутся переговоры о поставке оборудования. Движение автотранспорта по территории национального аэропорта Минск ограничено. Это связано с реконструкцией здания аэровокзала и началом строительных работ к предстоящему чемпионату мира по хоккею, который пройдет в столице в следующем году. Сотрудники воздушной гавани предупреждают о проблемах с парковкой и рекомендуют по возможности планировать поездки в аэропорт на общественном транспорте. А между тем уже запущен официальный сайт чемпионата мира по хоккею 2014 в Минске. Он выполнен в фирменном стиле. На страницах сайта на двух языках, русском и английском, собрана вся информация о ходе подготовки и регламенте проведения спортивного форума в столице. Здесь же можно узнать о порядке безвизового въезда и правилах провоза багажа в Беларусь в период проведения чемпионата мира. Также получить информацию о гостиницах с последующим бронированием номеров. Напомню, чемпионат мира по хоккею пройдет в Минске с 9 по 25 мая 2014 года. История повторится еще раз. Предстоящей ночью пройдет реконструкция обороны Брестской крепости. В этом году участие в масштабной акции примут около 500 человек из 8 стран. В канун 72-й годовщины начала Великой Отечественной в пограничный город прибудут реконструкторы из Беларуси, России, Украины, Польши, Эстонии, Болгарии и Англии. Ожидается даже группа из Японии. Зрелищное представление со звуковыми и визуальными эффектами традиционно привлекает множество зрителей. В минувшем году за драматическими событиями наблюдали более 5000 человек. И последнее. В Могилеве появится камень поцелуев. Эту скульптурную композицию из гранита и чугуна сейчас создает белорусский скульптор Андрей Воробьев. Шедевр появится в рамках международного пленэра по каменной скульптуре, который сейчас проходит в Могилеве. По задумке мастера, влюбленные парочки смогут по ступенькам взобраться на гранитный валун и стать напротив друг друга в специально сделанные отпечатки ступней. Они расположены так близко, что влюбленные будут касаться друг друга чуть ли не носами. Ну и как тут не поцеловаться? На этом выпуск завершен. Заходите на наш сайт ctv.by. Звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра.